Говорят, под Новый год, что не пожелается. «Все всегда произойдет, все всегда сбывается», продолжает Артем Мартыненко и в стихотворной форме просит исполнить пусть маленькую, но все-таки мечту. Воспитанники детского центра «Иволга» Артем и Вика к Новому году ждут проводные наушники и роликовые коньки. Мечты ребят обязательно осуществятся, отмечает глава города Елена Лапушкина и снимает с елки желаний праздничную открытку. Мы дарим подарки детям, которые, увы, лишены родительского внимания, родительской ласки, родительской любви. И пусть их трудности станут чуть меньше, пусть их детство станет чуть ярче. Пусть они верят в Дед Мороза и в то, что все их желания могут исполниться. В этом году в рамках акции более 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат подарки. Ежегодно ребятам вручают планшеты, игрушки, спортивную одежду, обувь, коньки, велосипеды, сотовые телефоны и многое другое. За 15 лет в исполнении желаний приняли участие 40 тысяч неравнодушных горожан, порадовав более 10 тысяч детей, оставшихся без родительской любви и внимания. Они все хотят домой, а, к сожалению, мы не сможем. Наверное, по каким-то причинам им в этом помочь, хотя будем очень стараться. Но сделать их хоть чуть-чуть счастливее, поверить в какую-то сказку, наверное, мы можем все. Для маленьких Новый год – это чудо, это ассоциация с Дедом Морозом. И, конечно же, в этот Новый год у детей должны быть исполниться все желания, они должны почувствовать и понять о том, что чудеса бывают. Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города. Для этого нужно прийти в городской департамент опеки и попечительства по адресу Куйбышева, 44, и снять с елки желание открытку. В этом году формат вручения подарков изменился в связи со сложной эпидобстановкой, поэтому презент ребенку необходимо передать через администрацию детского учреждения до 30 декабря. Внимание, заботы и исполнение мечты ждут сотни ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. И хочется верить, что они обязательно сбудутся. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Скоро-скоро Новый год, за окошко снег идет, воробьи дрожат под крышей, статка спит в берлоге Миши, по ночам трещит мороз, щип зябликов за нос, елки выстроились в ряд, поменять листой наряд. Ольга Павлова, Константин Головин, События.